Всем привет, ребят, с вами я, Каролина, и мы на канале Королёвка. И сегодня чудесный день, потому что к нам пришли куклы! Правда, не все куклы, а маленькая часть, мы их переложили в эту, в другую коробку. У нас была большая коробка, которую выслали нам с Украины, с Николаева нашего, часть нашей коллекции, да. Большой, которая там у нас, наверное, под 200 кукол, мы даже не знаем сколько, но они остались, и мы все это время вот уже... В Америке мы 7 месяцев, и мы вообще не ожидали, что когда-то их увидим. Ну, наша подруга хорошая нам помогла и выслала часть. Ну, надеемся, что когда-нибудь и остальных заберем. В общем, хотим показать наших же кукол, что нам прислала сегодня наша новая почта. Да. Новая почта в Нью-Йорке, которая оказалась... Давай, ну, давай сверху, да. Конечно, они все были в ужасном состоянии, они валялись, никто, потому что на новой почте все пересматривали, еще в Украине. Как бы красиво их не сложила подруга, они все перерыли, пересматривали каждую куклу, потому что военное положение в стране, и они переживали, что там где-то может быть взрывчатка. Поэтому в состоянии было посылки ужасно. Мы ставим фотки, чтобы вы видели. Да, было состояние. Ну, самое главное, они дошли. Правда, вот тут сразу видно, что нету кисти. Ну, не знаем, кисти потерялась, она может быть дома. Осталась вот наша Фейбл. Да. Да. Потом был еще один случай. Тут у одной куклы нет рогов. Да, ну давай, покажи, какие куклы. Мы повыбирали, конечно, самые такие лучшие. Осталось у нас там еще тоже прилично, тоже хорошие. Это 1/4. Но это просто взяли мы самых любимых, которых прям очень мы скучали. Давай, Каролина, показывай. Так, мы взяли Хантера. Конечно же, как же без Хантера. Дьюса. Да, это Дьюс вообще наш первый мальчик. И... Дьюс и Гиллингтон. Да. Да. На моего брата похоже. Потом Каролина. Каролина, как ты? Да. Потом, как же без Элизабет? Ну, конечно же, Малседес. Малседес тоже. Ну, хвост тоже не знаем. Или где-то потерялась на почте, или дома осталась. Ну, нет хвоста. Кастер Фирс. Конечно, волосы, как вы видите, не в самом лучшем состоянии. Ну, потому что они валялись, их все можно привести в порядок. Кортли. Такая вот моя любименька. Хани. Хани, 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 хани. Как ее зовут? Пожалуйста. Каролина забыла, как ее зовут. Это Скара. Скара Скримс. Да? Да. Вот что значит война отшибла память. Да. Да. Лорна Макнесси. Да. Тоже довольно-таки миленькая. Да, там была Дана Джонс? Да, да. Ну, давай. Вот Дана. А что я забыла за нее? Мне локоны надо, конечно, привести в порядок. О, хотя бы сережки есть. Да, потому что когда мы уезжали, ну, уезжали из Николаева, мы куклы все с полок всех скинули в одну коробку, уже и не смотрели даже, это все было быстро. Мы даже не смотрели, в каких они вещах, в каком состоянии, и кинули уже, как оно есть. Apple. Да. Там очень красивые. Другая Apple эксклюзивная, которую надо очень сильно. У нее ресницы как-то помялись очень. Конечно, жалко, что сережек нету и кольца. BTS! BTS! Да, когда-то Каролина, сколько? Вот 2 или 3 назад, да? Да. Поклонница была BTS, и очень нравился этот V. Да. Фрэнки. Вспомнила, да? Айрис. Айрис Клопс. Да. К
Аладдин в улице. Это кошмар. Это, конечно, Каролина, ну, она с 3 лет стала увлекаться куклами. Ну, вместе с ней, конечно, и я стала увлекаться, так как тут, мне они тоже нравятся. Тут рак. Тут рогов нету. Да, рога, наверное, потерялись нету. Тоже где-то. Не знаю. Мы тут не нашли их. И Изи. Астронома. Не астронома. Та Изи, блин. Та Изи, а это... Тоже что-то похожее, блин. Даже я забыла. Вот, все. Дженнифайр. Дженни, да, точно. Вот такое тоже бывает, ребята, с коллекционерами. О боже, что все. Когда много кукол, начинаешь уже просто забывать. А тем более со временем, тем более. Скелета Калаверас. Да. Ну, она у нас вообще древняя. Ой, ну вообще. Первых. Гиллинг там. Он был вместе с набором с Дьюсом. Сейчас вот это. На почте даже проверяли вот этот скафандр. Много вещей. Помимо этого были еще другие разные вещи. Подруга высылала. Например, да. Но когда проверяли на почте, много чего не разрешили высылать. Проверяли даже скафандр, потому что думали, что он стекло. Стекло даже нельзя было. Много чего вернули ей. Наши там украшения, ну, бижутерия, Каролинины, там бусики всякие, все повозвращали. Но мы потом в конце еще покажем, помимо этого, что еще там было. Да. Нефера. Да, тоже Нефера без ботка, не знаем, где он. Нина. Да. Да. О, как это Каролина вспомнила? Да, да. Каролина в пижаме. Это потому что вечер уже, и нам привезли. Мы вообще ждали 2 недели. 2 недели в Америку шла посылка. Слоумо, да. Посылка шла 2 недели. И сегодня буквально днем я увидела, что написано, что она возвращается в краину призначения, типа в страну. Обратно ЮА написано, в Украину. Я уже все, руки опустились, я думала, что-то на перерыли и обратно выслали. Потому что до этого у нас такая же была ситуация с Укрпоштой. Нам прислали посылку переполовиненную из 5 килограмм, которые должны были там, было где-то около 2. И мы думали, та же будет ситуация с этим, а здесь для нас это ценные куклы. И мы очень... Это, кстати, был хит. А, да. Но слава богу, вот под вечер уже как раз нам ее принесли. Кто? Это Финниган. Даже есть у нас на канале песня. Финниган, мой любимый Финниган. Клод. А, да, клуб. Клод. Кьюпид. Персифона или Мелодия, это, по-моему, Мелодия, да? Да, да. Мелодия. Потому что у нас Персифона, у нас одна только такая. Саша Белла. Это кукла Бродзилас. Да, Каролина. Все обзоры у нас на этих кукол есть на Каролинином на этом канале. Королёка. Гильда. Да. Тора. Тора, ну, правда, в одежде она другой Каролины, не знаю, когда она ее успела еще в Украине переодеть. Короче, она такой самодельный. Нейтан Роуд. Конечно, надо все это переплести. Да. Лагуна. Лагуна Блю. И что еще? И Джиджи. Да. Хотела сказать, Джиджи ходит. Джиджи. Вот, получается вот такая вот приличная у нас. И одна подставка. Да, подставки мы не брали, потому что они место занимают. Не хотели уже, хотя надо было, потому что не знаем, куда девать. Ну и помимо этого всего, вот перед, как раз перед самой войной, Каролине я подарила такую уточку Лала Фанфан. Вот ее тоже как раз прислали. И Каролина последнее время увлекалась бисером. При школе она ходила на кружок по бисероплетению. Тут вот помятые цветы вот она делала. Она тоже так расстроилась, что оставила.
Вот такой фиалки. Ромашки. Да, ромашки. Осенние как раз цветы. Такие цветочки. Это сейчас все такое красивенькое. Так что мы рады. Да, Каролина? Да. Каролина тоже очень счастлива. И, в общем, надеемся, что война скоро закончится, и можно будет вернуть остальное. Да. Сами не знаем, вернемся или нет. Время покажет. Да. Ну, если вам понравилось это видео, то тогда не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. Так что всем пока, подписывайтесь на Короля Ка. Пока-пока.